Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации, являясь сотрудником Генерального отдела МВД России на станции Ртищево, имеет допуск государственной тайны по третьей форме в период с февраля 2019 года по июнь 2021 года в нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне обрабатывал доверенные ему по службе электронные копии документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, но не аттестованном установленном порядке средствами вычислительной техники, имеющих подключение к сети интернет, то есть в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними других лиц. Указанные действия создают условия для совершения преступления, предусмотренных частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение государственной тайны». На основании изложенного, в соответствии с пунктом Г2 части 1 статьи 13, статьи 13.1 Федерального закона 3 апреля 1995 года, номер 40 ФЗ о Федеральной службе безопасности, в целях предупреждения совершения преступления объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренных частью 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации.